Здравствуйте, дорогие друзья! Во-первых, я хочу поздравить всех наших дорогих женщин, мамочек с таким хорошим праздником. Счастья вам, здоровья, женского, самое главное, счастья, чтобы у всех все было хорошо. Еще раз здоровья, здоровья и здоровья. И вас всех люблю. Сегодня у нас первый адвент. Зажгли первую свечку. И вчера меня попросили снять мои игрушки на елке. Я вам сейчас немножко это покажу. Не знаю, будет интересно или нет. Но я думаю, сегодня такой праздник, расслабиться, просто посмотреть на красоту. Это же здорово. Ну, начну со своего камина. Вот мне задали вопрос, старые, ой, новые ли игрушки я повесила. Я их решила сюда повесить. Один колокольчик разбила, пока вешала. Вот эти штучки, я даже не помню, откуда они у нас. Что-то нам какой-то был подарок. А откуда они взялись, я честно не знаю. Эти мы здесь покупали, они пластмассовые. Подарочки, они просто как вот украшения. И вот решила вот такой в этом году купить. Ну, перехожу к нашей елочке. Вот эти вот игрушки, ну, все игрушки куплены, конечно, здесь. Вот это вот в социальном магазине. А вот это вот из стекла сделанные. А, их был целый комплект. Сейчас я дойду до других. Там сапожок. Два колокольчика. Вот это новое. Вот такая вот. Это в прошлом году покупала. В прошлом году очень было большое количество игрушек, очень большое. Смотрите, вот как, такое ощущение, как будто на ней палантин, да, на плечах у этой игрушки. Вот эта вот красотка. Это все ручная работа. Я старалась покупать только те, которые идут с этот ручные работы. Потом вот такая вот елочка стеклянная. Это вот из того комплекта. Сапожок вот такой. Опять колокольчик. У нас раньше дома в Самарканде тоже были немецкие игрушки с елкой. Мама у кого-то покупала. И вот такие колокольчики были звенящие. Даже есть черная игрушка с золотом. А посмотрите вот на эту вот. Это вообще на каждой бусинке сделано. Камушек, она великолепная. Такая прямо вот это что-то невероятное. Такое было сердечко. Вот это вот современные игрушки. Это мы как только приехали сюда купили. Красные с золотом. Это новая коллекция. Мы когда только сюда приехали, это взяли. А остальные у меня все с социального магазина. Я их покупала все штучно. Потом вот такая вот красотка. Посмотрите вот на это чудо. У меня, кстати, поет этот Дедушка Мороз. Потом вот такая вот. Она вроде бы маленькая, но роспись идет ручная. Красивая. Вот это пластиковые, но я все равно взяла, мне понравилось. А, вот такой вот ангелок. Это мне здесь тетя моя подарила как-то, по-моему, первый год. Опять черная игрушка. Вот это вот недавно вы видели. А вот эта вот красивая, она прям была отдельная в упаковке. Она пластик. Но посмотрите, как она красиво сделана. Она была в такой отдельной коробочке, продавалась. Мы как-то ставили здесь живую елку. Но сейчас я как-то не хочу уже. Вот такая вот.
Потом вот это мне очень нравится, такой ярко-фиолетовый цвет. Прям на мусульманскую, да, похоже. Ну что еще? Я не стала все вешать игрушки. Это тряпичная какая-то, даже не тряпичная, а знаете, этот как велюр. И вот такая вот ленточка золотая. Но смотрится хорошо. Так, что у нас тут еще есть? А, вот эту вот вам сосульку такую не показала. Иногда покупаешь вот в социальном магазине, и, ну, они запаковывают эти коробочки, а открыть же нельзя их. А домой приносишь очень много побитых игрушек. И я вот так перестала брать. Поэтому... Ну, сзади уже не стало много этот вешать украшений. Там все равно, если бы она крутилась бы, елка, у нас раньше дома крутящаяся была. Вот. Ну, вот такая вот у меня красотка. Зажгла такие вот эти свечечки, поставила на их на хрустальные подсвечники. Зажгла мой импровизированный камин. Ну, тоже смотрится хорошо, уютно. Ну, вот неудобно, конечно, это с розеткой. А так хорошо смотрится. Еще раз поздравляю всех немцев, кто нас смотрит, меня здесь, в Германии, с первым адвентом, женщин из России, из Казахстана, Узбекистана, вообще русскоговорящих мам, всех поздравляю с праздником. Счастья вам еще раз, женского прежде всего счастья. Это самое-самое необходимое в нашей жизни. Мы все это любим. Все нуждаемся во внимании, любви, здоровья вам. Здоровья, здоровья и здоровья еще раз, чтобы ваши все дети были здоровы, родители живы. Еще раз всем счастья, любви и процветания. До новых встреч, до свидания. Пока-пока.